Петров, ваш кандидат в первом избирательном округе. Он знает, что делать и как делать. Пошли. Сбили моего приемного сына где-то неделю назад, может быть, нет, 10 назад. Он еле спасся там, да. Были угрозы, звонки в мой штаб антисемитского характера. Это тоже довольно как бы частое правило. На моих листовках писали «жид» и прокалывали глаза. Тех районов, в которых их интересы, может, их оправдают. Вся его задача сводится к тому, чтобы избиратели перепутали и ошиблись, увидев фамилию Кравцов, поставили галочку, он будет идти первым передо мной по списку, поскольку у него инициалы имеют по алфавиту. Was мой кто там? People feel they are living in the criminal capital of Russia. When you have a vice governor gunned down on the city's main thoroughfare, when 15 months later you have a state Duma deputy, a grandmother, if it's not been mentioned, a mother and a grandmother, shot brutally in the stairwell to her apartment building, how can people not feel like they are living in the criminal capital of Russia? People are terrified. Объединение демократических сил, как это сделали в Петербурге. Россия, мы празднуем свободу страны. Мы все это понимали. Если не мы не убережем Россию,